За два выстрела могут удвоить срок. Уже через считанные часы в городском суде огласят приговор Евгению Савченко. Весной прошлого года он получил 19 лет колонии строгого режима за контрабанду латиноамериканского белого порошка в бутылках с ромом. Позже срок снизили на полгода. Осудили мужчину лишь со второй попытки. Сначала присяжные вынесли оправдательный вердикт. Но, оказавшись на свободе, Савченко решил заработать более кровавым способом. В июле 19-го предложил жителю Великого Новгорода купить «Мерседес» за 500 000 рублей. Но вместо того, чтобы передать ключи от автомобиля, дважды выстрелил покупателя из пистолета и забрал деньги. На этот раз присяжные сразу посчитали Савченко виновным. Прокуратура просит увеличить ему срок до 23 лет колонии строгого режима.